sono quasi morta. Я решила, что ну, вообще в день своего дня рождения, в этот день, я пойду в ресторан, просто покушаю, немножко отмечу, потом я открою трансляцию, я буду в трансляции большую часть времени. Ой, спасибо. Спасибо большое. Вау, одна звезда у нас есть. Спасибо большое. Yes, I'm very crush. I'm ready to Вот. А на следующий день мы пойдем в спа. Спа, сауна, масочки там. Ну, короче, вообще. Такой день, прям релакс. Второй день. А первый день покушаем. Спасибо в ресторанчике. Потом я жду трансляцию. И буду трансляцию. Вот, я буду следующий день. How would you hello again? You was came just second in lunch. Yeah. I will stay more than 1 month. Потому что мое день рождения будет в четверг. Или в среду даже, я не помню. То есть я подумала, что в среду или в четверг, как бы, если ты идешь к праздную, то уже потом, то нужно пойти потанцевать, там, какой-то, знаешь, барчик пойти. А смысл так праздновать? Ведь не нужно барчик, это уже не проблема. А вот знаешь, 5 числа мы отдохнем в баньке, попаримся. Я вообще сначала выбирала, короче, не знала, какую сауну, баню, что выбрать. У нас в городе, оказывается, прикольно есть баня. То есть она как домик, там домик, территория. Есть баня, а есть, как же она называется, короче, так... знаю, как называется. То есть на улице стоит такой копчан, и ты в него залезаешь, и там у них такая тепленькая водичка, даже, наверное, не очень горячая, но такая средняя. И вот там, то есть на улицу выбегаешь, холодно, ты напаренная и прыгаешь, нажимаешь ключа. Но там не холодная вода, средняя. Нет, это не джакузи, это, блин, не знаю, как называется. Он такой как чан. Там можно даже шашлычки пожарить. Есть бассейн. Внутри, ну, внутри бассейн. Сауна. Купель. Ну, типа купель. Yes, I finished. Yeah, you second. Before your boss would catch you. Yes, see, I'm already start prepare my baggage. I already start prepare my baggage. See, it's from when I open this calendar. Today I opened one of calendar full. This calendar that we like, I opened full. Everything. Багега. На снегу, ну, получается, смотри, у нас просто очень много снега. То есть ты когда выбегаешь с сауны в бане и бежишь туда, и получается там как, ну, как купельная. Я просто смотрела, что там девушка там купельная. Смотрела видео эти вот. Да. Там, ну, то есть, если было бы холодно, они уже убежали. Там есть такая отдельная, это, которую себя обливаешь, холодная. Там тоже есть и бассейн, и джакузи. Ну, блин, еще клево. Yeah, I filmed all this. But you know, at first I was filmed like 10 days. After I finished. After I filmed again 4 or 5 till yesterday. So yesterday I was filmed again a little bit, and yesterday I was finished one like box. I finished full one. I filmed everything and like I'm doing everything. And I have so much that's crazy. Then today I finished second one. And I was like, oh my God, I have so much cosmetics now. And tomorrow I will finish the third one because I will leave on Monday, so I have to open it before and take with me.
календарь потом. У меня выпадает на четверг. Я Civic Boxes, а вы как думаете? Я еще. That's why I open. А Макса, кстати, а нет, я в начале февраля. Да, на четверг. Спасибо. Ну, знаешь, никогда не угадаешь. Ну, многие так, вон, например, вообще в понедельник, вторник, там, выходные справляют. Ничего страшного. Просто, знаешь, уже такой возраст, что хочется не гулять, не бухать, там, не что-то еще делать, а просто отдыхать. Вот это я решила на день рождения пойти в сауну, там, отдохнуть, расслабиться. Ну, вообще. А, классно. Да, многие не отмечают. Вау! Сова! Сова? Сова, сова? Ça fait longtemps. On n'a pas oublié. You were leaving the apartment